Ученики начальных классов школы-гимназии номер 13 имени Дуйсенгали Байбосынова в Атырау носят школьную форму в национальном стиле. Камзолы, кожуки и головные уборы с казахским орнаментом предпочли 500 младшеклассников. Инициатива понравилась и старшим школьникам. Они тоже собираются перейти на этностиль. Подробнее в нашем следующем материале. Яркие национальные узоры на одежде делают атмосферу школы необычной. Изначально идея переодеть детей в такую форму пришла родителям. Их поддержали и учителя. По словам педагога Аймангуль Хамзиной, детям нравится носить бархатные жилеты с красивым орнаментом. Задача педагогов не только обучение детей, но и воспитание. Мы формируем не абстрактного человека, а гражданина Казахстана, носителя казахской культуры. И немаловажно с детского возраста прививать им любовь к родной культуре и к родной стране, воспитывать национальный характер. В школе-гимназии учатся около 1000 детей. Больше половины из них носят форму в этностиле. Разработать фасон помогли и сами родители. По словам заместителя директора учебного заведения Алмаса Кабдешева, старшеклассники тоже постепенно присоединяются к новой традиции. Через ношение национальной одежды дети приучаются к традициям и обычаям. На форму в этностиле перешли 500 младшеклассников и 100 детей средних классов, а также учителя. Внесение национального колорита в классическую школьную форму стало трендом в школах страны. Одежду с элементами традиционных костюмов уже используют в некоторых школах Актау и Жезказгана. Сания Кубжасарова, Асланбек Шагыр, Амантай Матенов, Атырау, 24 KZ.